Короче, всем... Алло, всем здорово. Хочу так по-быстрому, ну, маленький блок устроить, если такую пушечку от када купил. Рекламировать, конечно, не буду, но мне понравилось, мне вот зашло. Считайте, вот просто пушка из Лего, ну, это правильно конструктором назвать, но это я буду называть Лего, потому что идет деталь, в принципе, леговские, хотя они отличаются, у них там другая форма, ну, типа, не спалили. Вот почему тут 8 плюс, я только что сейчас обратил, я не знаю. Она очень сложная, на самом деле, сборка. Детали буквально 0,01 миллиметра отстают. Ну, кайф. Вот так вот даже вот сейчас с телефона. Вы не понимаете, пушка настоящая ли это? Ну, с первого, конечно, раза. Во-первых, в прицел там можно вот... Давайте так быстро по функционалу. Сейчас вот, вот эту штуку тут надо повернуть. О! Ну, она такая больше декоративная. Блин, завод. Нажал. Чуть-чуть, блин. Все нормально. У нас стреляет. Стреляет вот такими вот пульками нерфскими. Вот тут вот маленький такой склад. Сейчас вот эту штуку надо оттягивать. Где вот она уже оттянута. Сюда вовнутрь под прицел складывается пуля. Я не покажу, потому что у меня оборудования нет, которое бы стояло бы. Ну, короче, показываю. Вот так достали. Это надо вот так вот оттянуть. Закрыть. Все. Пушка на взводе. Весит она, ну, достаточно весистая для набора. У меня там одна резинка больше не стал делать, но, скорее всего, до зеркала долетит. Она что, серьезно, мне та свалилась или не попал? По-моему, не попал, повезло. А где же она? Что ж, ладно, на этом могу пока обзор набора закончить. Пушка очень классная, но произошел троллинг. Я сейчас, правда, монтировать не могу там так далее, поэтому не покажу, скорее всего, что там произошло.